Структурные подразделения Департамента городского хозяйства продолжают работу по профилактике коронавирусной инфекции. С учетом принятых изменений по режиму транспорта, с 25 мая весь городской электротранспорт проводит работы в обычном режиме, с соблюдением, конечно же, масочного режима и по количеству сидячих мест. Коммунальное предприятие ОГЭД перед выходом подвижного состава на линию проводит полную дезинфекцию, полную обработку, и дополнительная обработка проводится на конечных остановках маршрутов. Все детские и спортивные площадки продолжают обрабатывать коммунальное предприятие «Жилищно-коммунальные сервисы» и коммунальное предприятие «Горзелентрест». Точно так же обрабатываются туалеты и бюветы. И на каждом объекте вывешивается график обработки. После проведения обработки ответственное лицо ставит отметку о проведении дезинфекции. Далее во всех районах города, в парках и скверах коммунальное предприятие жилищно-коммунального сервиса и Горзелентрест продолжают установку боксов для сбора использованных перчаток, масок и других средств гигиены. И впоследствии проводится их утилизация. Утилизацию проводим на хозяйственных, на территориях ЖКС, на хозяйственных территориях. Все это мы сжигаем для того, чтобы не было распространения инфекции. Ну и, конечно же, в обязательном порядке ежедневно проводится помывка тротуаров сотрудниками жилищно-коммунальных сервисов и помывка магистральных улиц. У нас утверждены графики, и согласно этим утвержденным графикам проводятся данные виды работы.